Сегодня у нас очередная распаковка. Тут 5 посылок. Начнем, как обычно, с маленькой. Тут небольшая задумка. Здесь такой элегантный телефончик. Я просто там один ролик мультипликационный хочу снять. Так. Он тут так запакован интересно. Какой-то бумажкой, не знаю, что там. А, распаковывай. Этот сейчас. Вот такой вот телефончик. С трубкой. Вот такой вот маленький телефончик. Ну и второй такой же, в принципе. Для небольшого ролика хочу его для Лего мультфильма использовать. О, такой ретро-телефон. Ладно, приступим к другой посылке. Жиль написано по-китайски. Не помню, что это. Можно, папа? Что это? Чем пахнет? Не знаю. Не знаешь, это сюда. Не, это. Что это? Можно я разорву коробочку? Угу. Это типа жидкой звездочки. Ссылка там в описании. Ну, пахнет, да, вот я сейчас нос помазал, да, чувствуется звездочка. Итак, ну вот здесь я догадываюсь, что здесь у нас тут пятки. Ну, только чьи, варежки точнее. Не знаю, чьи. Надеюсь, мои. Нет. А чьи тогда? О! Я и себе заказывал перчатки. Ну, похоже, это не мои. Это детские. На, померяй. Слишком большие. Какие слишком большие? Нормальные. Вот. И что? На вырост. Смотри, с резиночками. Так, тут резиночки есть. То есть, это всяко не для ребенка. Это для взрослого. Ой, не для взрослого, это для ребенка. Ну, как-то тепленькие. На мой взгляд, очень тоже. Такой материал хороший. Непромокаемые. Стоят они, конечно, 600 рублей. Ну, сейчас посмотрим второй пакет. Он тоже мягкий. Надеюсь, я еще себе перчатки, варежки заказывал. Надеюсь, это мои. Да, вот это вот мои. Нет. Непонятно. Может. Так. Ну-ка, померяй вот эти. Сейчас я отщипну. Сейчас. Ну я себе как раз заказывал те черные вроде, на. Сейчас. Да, вот эти вот как раз детские. Странно. Ну, вот эти вот как раз. Где? Тут две пары. Дай мне черную печатку. Кстати, мой размерчик. Видимо, мне прислали варежки с веревочками. Не, а что, нормально, в принципе, они теплые. Ну, чтоб не потерял. Тебе эти как нормально смотрятся? Да. Так, последняя посылка. Кстати, вот эти детские, они стоят 600 рублей. И по качеству, мне кажется, лучше даже, чем тут внутри мех. Такой плотный, как бы скомканный, как у Валины. А на взрослых тут, ну, в принципе, тоже мех. Ладно. Посмотрим, как они себе покажут. Но отзывы были очень хорошие. Ссылку дам на них в описании.
И последняя какая-то коробочка. Я не знаю, что здесь. Мне когда даже дали, я посмотрел адрес. Проверил. Мой, не мой. Часто бывает. Ошибается. Итак. А, помню, наушники. Наушники я уже демонстрировал. Точно. Вот вверху будет ссылка на распаковку наушников. Они очень и очень хорошие. Беспроводные. Посмотрим, какой это дизайн. Тот же или нет. Детям заказывал, это супруги. Да, такие же. Так что я не буду показывать. Поверьте на слово, наушники очень достойные.